Ісінген қалды, түсінбеген қашты. Видишь, вдали наши огни зажигаются золотым пламенем. Алмата, бери выше, Казахстан знает имена моих пацанов юго-восточного города. Коротко, но ясно, мы искали свои силы, чтобы было слышно из твоих динамиков. Било страшно, кашель был единственным, кто прерывал наши записи на голом энтузиазме. Выросли мысли, направили в такое русло, где густо не растут финансы, еще успеется. Обрастем денежным панцирем, когда всем понравится то, что мы делаем. Посвящается нашим матерям и людям земного шара. Кто-то не услышит четыре буквы золотые, покрытые пылью. Времени осталось мало до конца всего лишь этого трека. Перешагнув века, впереди пробиваются лучи рассвета. Орда, как и прежде, из золота. Алтын Орда, наше знамя, с юга Казахстана. Солчи головой пламя, огня память всегда с нами. Делимся планами, идем впереди, родная земля хранит. Это степи, воплощаем в традицию единую силу улиц. С родными мотивами через тернистый путь, разрывая круг, меткие стрелы, степной дух. Слова несут на крыльях у акынов. Есть талант делать уличные гимны, вдохновляют неповторимым стилем. Южные каскыры оставляют след столицы. Мы из провинции, МС, алтын-ордынцы. Мы говорим, не забывай свои обычаи. Мы говорим акцентом необычным. И то, что накопилось, обращаясь тысячам тем, кто слышит. Сплоченным единым стилем и эрджигиты, закаленные в степях, в жилах такая сила, заложенная в нас, вкус в глазах, уважение от стаи каскыров настоящих. Мир всем, уважение к старшим, пример младшим. Говорю от своего племени, верим, путь держим. Из города Кентау, предгорье Алатау, окруженный седым духом, обращая взоры мысли, зоркий хип-хоп с востока впредь будет проникать через ваше сердце, ваши головы. Шита келе босқа, өталмаймын қош. Келдік сөз жұмағынан уаш ош. Ашы өмірі өтіп келеді, тұшысы бос. Менмін деген жетет. Жұлдызының жұлдызы түсініксіз. Бұл қандай заман біз? Жаман заман, әлде заман жаман. Алабаша көзі, басы, қолы, екі аяқты. Расақ адам баласы екен. Жібал төбелес, төбелескен ала. Сөзі сөйлеген өзі, мәжік ит сияқты тылығы шала бала. Кеп, кеп, хоп, жолында келесің бе? Әлде боп, айырмашылығы жоқ. Іле білсен тез сияқты оқ. Масаж жоқ, өзінің миіне түсініп соқ. Мысли направили в такое русло. Мысли направили в такое русло, где густо не растут финансы. Мысли направили в такое русло, где густо не растут финансы. А строки появились ранее, первые сказания, их немало. Царапались острой гранью камней на скалах. Тысячелетия до нашей эры хранят фигурки людей, животных в заброшенных пещерах. Время плетет свою косичку, век за веком человек пишет историю на глиняных табличках. Пирамиды, Хеопса, сфинксы, Египет, папирус писанный под диктовку фараона. Вопросы решались быстрее надписей, больше в них больше сохранялось идей. Наступают дни нового шага. Китай хозяин шелка, миру открыл бумагу. До сегодняшних дней читаются жестокие бои, поражения, победы, атаки. Затерянный батыры отвагой в курганах древних степей. Пронзенный стрелой гонец лежит во враге. Век современный, язык в процессе адаптации. Искажена история наций к своим предкам. Все, кому не лень, пишут победы вместо поражений. Я чувствую, духи злятся, не боятся страшно. Еще страшнее оставляет выдумки лживых историков детям в виде фальши. Выходит так, кто побеждал, завтра побежденный. Кто был труслив, будет награжден. Мысли направили в такое русло. Мысли направили через тернистый путь. Мысли направили в такое русло, где густо нет ни стрел и степной дух. Мысли направили в такое русло. Мысли направили в такое русло, где густо не растут финансы. Монголы хорошие войны.
будешь моим историком. И будешь говорить правду только мне. Ибо только я могу смотреть правде в глаза. У других запечатаны уши для голоса правды. Сердцем слушают они ее. И сердца их наполняются страхом.